Синтетическая трава могла лишь временно улучшить материальное положение задержанного и лет на 20 ухудшить жилищные условия в местах не столь отдаленных, таков максимальный срок возможного наказания. В момент задержания в карманах куртки молодого человека находилось около 100 граммов синтетического наркотика, но, как оказалось, это лишь незначительная часть общей партии. В дальнейшем в ходе обысков в гараже и на квартире подозреваемого оперативниками было обнаружено и изъято более 1 килограмма наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Александра Соколова, Вести, дежурная часть, Саратов.